друзья, отъехал я тут по работе ненадолго. Тест-драйв прошел первый без меня, ну, в принципе, я думаю, там, может, что-то записали. Это не столь важно, главное, результат достигнут. Буду я замест Руслана Дербазарит. Мы братья по худогам. Это операторская машина. Собрана, едет на оффроуд. Угу. Как ты, сука? Не матерись, говорили они. Есть. Давай, есть. Вот так вот. Держу, зажать. А, зафиксировали. Есть. Вот так вот едет блатота. Все починили. Red Bull с собой. Все, едем. Жарко, нет? Женщины на остановке. Вот. Проехал уже. Ну вот. Давай. Наш заезд. Туда сразу. Туда сразу? Хорошо. У вас машина слишком чистая? Ну, потом же мыть надо. Можете послать. Ну, мы же, да. Мы тогда посмотрим, или туда тоже будем. Нет, туда, я думаю, не доедем. Давайте смотреть, как пойдет. Нам... О, дела. Чистенько. Чистенько. Макс. Это ты ему за то, что он так долго стоял? Ах ты, сука, такая. Сейчас я тебя разомну. Вот. Макс, я боюсь даже отворачиваться, я не отвечаю. Не, Саня, он по асфальту едет, смотри. Самую жесть. О, да.
всей красе, да? Давай с такими периодическими остываниями, что ли, как бы, ну. Ну, я не знаю, коленвал же новый. Ну, постельку там себе пускай натрёт, знаешь. Очень хорошо, аж страшно. А я хотел кока-колу попить, но все, будет она там теперь. Потому что держаться тут невозможно. О, сок. Это мы на вторую доедем? Класс. Вторая пониженная, и он просто, ну, не чувствует. Давай. Три дня в гараже, и вот оно счастье, пожалуйста. Воу. Макс, вторая, полетели. Это сафари. Это сафари в натуре. Хорошо. Хорошо. Блин, едет просто сказка, конечно. Отвечаю. А, ну поехали, я понял. Все, заезжаем в серьезное место. Поехали. Вторая пониженная, поплыли. Просто плывем. Это частое такое явление в этой машине. Третья, да? Поехали. Оу. На камурку водица попала. Сюда когда-нибудь. Третья. Оу. Все нормально? Все нормально. Не-не, все нормально. Да, нам вчера этой машины, конечно, не хватало. Вот она, победительница, да? Ты представляешь? Я сейчас смотрю, как она едет. Я так в жизни никогда не ездил на оффроуде. Так быстро. Ну и можно, там, и можно сказать, комфортно. Там джимик, да? Да, джимик, конечно, но. Надо, кстати, сейчас будет. Надо будет сейчас остановиться. Хотя бы в конце Леню набрать, спросить, может он где-то здесь покажет, на что джимик способен. Да. Оу. Кока-колка валяется, пофиг вообще. Более дорогом автомобиле, которые не могут себе позволить каждый день мойку, не могут себе позволить каждый день заезжать в грязь. Оу, оу, оу.
Отвечаю, я ради этого 3 дня лежал в гараже. Ради этого руки от мазута разъевшиеся. Вот ради этого. Как она идет, а? Ни капельки сомнения, честно. Это настоящий интересный автомобиль. Давай дорогу пересечем, мы там остановимся, постоим, покурим, обсудим. Ну давай, спросим, заедем, я серию. Заезжай, заезжай. Едет. О. А? Сейчас, подождите, мы тут остановились покурить. Давайте выйдем, обсудим, что происходит. О. Отпал, наверное, проводок. Какой-то, да? Дань, мы заглушить не можем. Работает, не греет. Не надо, а то потом ее не заведешь. Не трогай, пусть работает. Советы. А потом не заведешь. Да, оно будет хуже, пусть работает. Не греет. Надо закончить это видео правильно. Ситуация такая. Гасик сделанный. Едет лучше, чем ехал до ремонта. А, можно мне вылезти в одном моменте? Там. Там. Ну. Вытормозились. Гасик стал. Ну там на повороте. Остановишь меня, я поснимаю. Стал ехать еще лучше. Макс довольный. Футболка по-прежнему грязная. Показать тебе, как раз. Подожди, да, покажи мне, как. Крики, да? Покажи, да, я выйду, дай, потому что я ж так не увижу всей картины. Опача. Опача. Давай, давай еще вон там поворотик один зацепим. Бегу быстрее до поворотика. Воу! Даже по асфальту херячит. Класс. Хорошо едет. Не зря футболку пачкали. Пушка на. Болт, свои! О, и выключилась. Болт, все нормально. В смысле выключилась? Сама заглушилась? Да. А, ну вот. Нет, я ее заглушил. Ну, я же говорю, починили. Все нормально. Фух!